В России из Испании эстрадирован осужденный за мошенничество бывший директор Упордор «Волга» Сергей Гаврилов. В сентябре 2015 года в Чебоксарах он был приговорен к 4 годам лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями и пособничество в мошенничестве. От отбывания наказания мужчина уклонился, скрывшись от правосудия. В январе 2016 года он объявлен в международный розыск и в мае 2019 года был задержан на территории Испании, в связи с чем Генпрокуратура России направила запрос о его выдаче. В настоящее время бывший директор Упордор «Волга» находится на территории Российской Федерации. В отношении данного лица в суде в настоящее время рассматривается еще одно уголовное дело, по которому он обвиняется в совершении превышения своих должностных полномочий. Также следует отметить, что экстрадиция преступников с территории других государств – вещь относительно редкая, и за последние несколько лет таких фактов на территории Чувашской республики не имелось.